22 марта 1981 года, 17:59 по московскому времени, с космодрома Байконур был произведен запуск космического корабля «Союз-39» международным экипажем на борту в составе командира корабля Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР полковника Владимира Жанибекова и космонавта-исследователя, инженера по авиационному оборудованию гражданина Монголии, капитана Шудырдыдына Гурракчы. Целью запуска корабля «Ильянис» стыковка с орбитальным комплексом «Союз-6», «Союз-Т-4» и проведение его в порту научно-технических исследований и экспериментов совместно космонавты Владимиром Ковалёвым и Виктором Савиних. Монголия стала 10-й страной мира, чей гражданин совершил космический полет, а Жубдырдыдын Гурракчы стал первым и до сих пор единственным гражданином Монголии, побывавшим в космосе.